30 мая 2019 года. Снова необычное небо у нас в городе Раменском. Какое-то тоже как подземное, как из кинофильма «Путешествие к центру Земли». Такое обычно бывает осенью, но сейчас весна. И вот такое вот небо какое-то фиолетово-оранжевое. С такими отблесками. Птицы летят, вороны уже на свалку, вернее, со свалки уже спать летят. Вот такое удивительное небо, вот такая природная красота. Вот еще это удивительное небо. Только посмотрите на него. Лучи заката так преломляются и отражаются на облаках. А с другой стороны, просто такая чистая лазурная голубая дымка. Тоже такая красота вообще. Ну, лето почти уже, через 2 дня июнь.